Новый футбольный сезон начался победой солигорского «Шахтера». На домашней арене солигорчане проявили себя и одержали верх над командой «Торпедо БелАЗ», город Жодино. Ответный матч четвертьфинала горняки окончили со счетом 2-0 в нашу пользу. Мы наконец открываем сезон, долгожданный, потому что большой зимний перерыв. Команда провела много времени на сборах, болельщики солигорские ее не видели. Тем не менее, мы уже провели два официальных матча, к сожалению, в Суперкубке уступили. Но вот на выезде с жодинским «Торпедо», с которым встречаемся вот сегодня, удалось победить. Это второй матч. Начало сезона, конечно, немножко омрачило нам погода сегодня, потому что снег, вы сами видели, дождь, ветер, и поэтому пришло не так много болельщиков, но нам хочется верить, что и это небольшое количество болельщиков мы сможем порадовать игрой сегодня, как и в целом по сезону. За победу в полуфинале по итогам матча будут сражаться 4 команды – «Шахтер» Солигорск, «Славия», «Батэ» и «Брестская Динамо». О том, с кем именно предстоит встретиться горнякам в следующем матче, будет известно уже в ближайшее время.